В ноябрьске появится стена памяти. Ее установят в честь 75-летия со дня победы в Великой Отечественной войне. Эту дату будут отмечать в следующем году. Планируется, что стена памяти будет представлять из себя художественное панно из нескольких тысяч оцифрованных фотографий участников Великой Отечественной войны, а также детей войны и тружеников тыла. Место установки объекта пока не определено. Предполагается, что увидеть стену памяти горожане смогут 9 мая. Мы призываем жителей города принести фотографии. Фотографии можно приносить в музей воинской славы Ленина 70А, городской дворец культуры и кино «Русь», Советская 79, либо отправлять на почту gdk.ru/sobaka.bk.ru.